Привет, YouTube. Сейчас, подожди, проявлюсь маленько. Во. Я говорю, привет, YouTube. Голос у меня такой же, как у Джигурды остался. Так же вот, привыкай. Короче, надо поговорить? Надо. Вот, видишь это? Это одно. Это пока не обращай внимания, если сможешь не обращать внимания. Свершилось чудо! Друг спас друга! Но оно и плохо, и хорошо, потому что вы все меня там заставляли купи это. Ну вот, люди сделали правильно, они задонатили, и Макс решил, ну да, я, как и говорил, трачу все донаты на канал, так что ты себе донатишь, по сути. Я вообще херею, как так-то? Как так-то? Я возъедаю. Ребята, вы все говорили мне... Как у тебя спрашивает? В общем, я начал искать самую острую чипсу One Chip Challenge. Я нашел сайт, об котором пока не буду говорить ничего. Позже скажу зачем и почему. Дело в том, что этой чипсы не будет больше пока. Она американская. Походу, это конец. Но, слава богу, я смог купить там же. Их смог купить. И они еще страшнее, чем чипсы. Довольно-таки плохо. 16 миллионов сковелей. Куда деньги на лечение скидывать? Но дело в том, что зачем я разговор на видео решил записать. Позвонил представитель компании, когда я сделал заказ. Минут через 5-10. Где-то так. Ну, мы разговаривали. В общем, он удостоверился, что я заказал чипсу. Ой, чипсу. Ну, я хотел бы чипсу. Орехи. Смертельный челлендж, вот эти орехи. Мы с ним маленько поговорили, я говорю, а куда у вас ассортимент весь делся, One Chip Challenge, чипсы куда-то исчезли и прочие вещи. Он говорит, ну, траблы они рассчитывались, покупали в Америке все это, рассчитывались картой, я так понимаю, с американской платежной системой, по всей видимости. Теперь они не могут этого делать. Но, слава богу, нам повезло хоть с тобой орехи купить самые острые. Но он сказал, будьте осторожны, это очень опасно, как бы. И смотри, у меня тут каждый гад. Я говорю, ну, а у меня это, гастрит, он говорит, это тогда смертельно опасно. Последний орех не рекомендую съедать. Или вообще не употреблять. Или выплюнуть его нафиг. Ну, 16 миллионов сковелей. Может, плачевно закончится. Это первое. Это я на ваши донаты купил то, от чего буду страдать. Но это справедливо. Вы донатите, я страдаю. Ну, несправедливо было бы, если бы я сам покупал, а сам же еще и страдал за то, что купил. Какая-то херня. Вот, такие дела. А вот это Владимир Владимирович К. Помнишь, нам донатил? Он постоянно поддерживает канал. Братан, привет тебе из Сибири. И от души. Он нам скинул 1000, когда я говорю, я, короче, вот отгул беру отгул, я устал, один день. Ангул взял. И он пишет, а у нас отгул оплачивается, вот ты тут видишь. 500 рублей скинул. А потом опять донат через несколько минут приходит. Я, говорит, забыл, что отгул оплачивается вдвойне. Так что, понимаешь, Макс, я отдохнул день еще, и денег дали. Хорошая работа, мне нравится. И вот на эту 1000 я поехал с Любовью Геннадьевной в знакомое мне дома место. Я его давно уже нашел, просто, как сказать, с мыслями собраться никак не мог. Ну, ты понял. Все не мог никак добраться в связи со всякими там обстоятельствами к этой лавке. И боялся, что она исчезнет. Но она осталась, и я вот эти коробочки очень нелицеприятные, красивые взял. Тут везде разные картинки. И вот это я взял опять же на донаты на канал, на ваши донаты. А в частности, Владимир Владимирович Климов, фамилия его. Еще раз, от души, братишка. Я думаю, Владимир Владимирович К, Владимир К. А это вот братан, который Максу однодневный отпуск оплатил. Ну, не зря, видишь. Так что вот, такие дела. Но это будет опасно, страшно. Я не стебусь ни разу сейчас. У меня гастрит. Я много раз об этом говорил, уже упоминал. Едет еще. Челлендж орех, он еще едет. И о компании, где я его купил, я, возможно, скажу. А почему я не хотел сейчас говорить об этой компании? Потому что я с представителем поговорил, я говорю, может быть, у вас есть желание высылать на мой канал. Я им скидывал канал, они знают, что есть канал маленький. Начинающий. Подросток. Отпрыск. Я говорю, высылайте, если есть желание на канал, обзор будет бесплатный для вас. Вам реклама, мне ваши ништяки всякие, там, соусы и прочее. Он говорит, ну, у нас есть такая ячейка в нашей компании, что это. Ну, посмотрим. Ну,
траблы могут возникнуть из-за того, что посмотрят, ну, там, 6 тысяч подписчиков, скажут, да ну... Нахуй надо. Ну, тогда и мы об них говорить не будем, это справедливо будет. А если они решат сотрудничать с нашим с собой каналом, то расскажу все, что знаю об этом сайте. Ну, вот сейчас заказал, я уверен, что все нормально дойдет, потому что я сразу позвонил представителю компании, и отслеживается все, и все замечательно. Поэтому жди, поэтому пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких. Опять я исчез. Сейчас. Здоровья всем сибирского. Пока. Очень интересная тема. Сам не могу дождаться. Кстати, я тебе забыл сказать. Англичане уходят, но никогда не прощаются. А русские прощаются, но никогда не уходят. Здесь ни одной русской буквы нету. Еще один тебе спойлер. Настоящее китайское качество. Теперь точно пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.